крышку усадьбы. Сегодня будем производить монтаж автомобильного навеса. Арки выполнены в виде фирм. Столбы 80-е. Идет распаковка. Сейчас распакуем и будем собирать каркас. Устанавливаться будет наш веллер с помощью сварки. Ну что, продолжение монтажа у нас. Каркас собрали. Также прикрутили прогоны. Сейчас будем его протягивать. Ну и столбы поставили на прихватке. Одновременно будем проваривать их. В дальнейшем накидывать листы поликарбоната. Монтаж мы закончили. Перекрыли крышу листами поликарбоната 10-миллиметровым цветом бронза. Также столбы приварили к фундаменту, к швеллеру и подкрасили их. Всем добро пожаловать на канал Русская усадьба. Сегодня мы производили монтаж автомобильного навеса 6х5, 6 метров длиной и 5 шириной. Устанавливалось на столбы 80x80. Фирма изготовлена из трубы профильной 40x40 и 40x20. Ветровые фирмы боковые точно так же 20x40 и 40x40. Все покрашено в порошковой полимерной покраской. Коричневый цвет 80-17. Крепили мы с помощью болтов М8. Фундаменту крепились швеллер с помощью сварки. Сварку также мы подкрасили. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые видео.